далекий поход подводную лодку послал наш народ. Что ты? Цистерна хранится, матросский кагор, еще есть на лодке топор и багор. Толково. Холодные льдины по морю плывут, советские лодки под ними идут. Матросы подводную службу несут, их чуткие уши страну берегут. А чтобы матрос был веселый и бодрый, к обеду кагор выдают превосходный. Добре. Пригладив ладонью подводный пробор, команду свой флотский глотает кагор. Опаньки! Роза была веселей, Кагора, товарищ, завхоз не жалей. И крепко схватив 100-граммовый стакан, что ты? Его выпивает матрос-ветеран. Из моря высокий берег встает, живет на нем мирный народ. Трогательно. На береге том красный флаг развивается, с моря злодейский враг подбирает. Дурилка картонная. Погоды суровые в море стоят, лишь гордые чайки над морем парят. Но чуткий матрос на посту слуховом услышал, как враг подбирался тайком. И он закричал: капитан, поспешай, скорей во врага ты торпедой кусай. Сказал капитан, надевая медаль: товарищ, на место свое убегай. Сейчас по врагу мы стрельнем раза два, краснеть за героев не будет страна. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Тяжелой рукой погрозивши врагу, в торпедницу боцман вставляет заряд. И он говорит: мать твою за ногу, ты к черту взлетишь, иностранный фашист. Вот гад. Вот взявшись покрепче рукой за штурвал, воскликнул начальник: торпедница, зал! И взрывами меткими враг был повержен, и весь утонул, а кто нет, был повешен. Неудобно. Не зря выпивает Кагор свой моряк, врагу не сдается наш гордый варяг. Вот ведь как!